Всем привет, с вами Катерина Рей, и сегодня я снимаю для вас влог про Минск, а точнее про всемирно известный цирк Дю Солей. Итак, продолжим, давайте посмотрим, что там было. Сейчас я еду на такси в тот самый цирк Дю Солей, скоро мы туда приедем и начнется представление. Это Минск-арена. Она очень большая. Я сейчас буду заходить в Минск-арену. Мне так, блин, даже стрёмно. Интересный будет цирк за 1,5 миллиона. Или не очень. Там вот интрига. Сколько народу, за что мне это все? За что? Видели? Мы попали внутрь. Сейчас я буду покупать программу, которая стоит 12 рублей. Сейчас мы будем рассматривать, что тут есть. This one is for the boys with the booming system, top town AC with the coolest system. When you come up in the club, he be blazing up, got stacks on deck like he's saving up. And he ill, he real, he might got a deal. He pop bottles and he got the right kind of bill. He cold, he dope, he might sell us. He always in the air, but he never fly couch. He a mother. Вот так выглядит Минск-арена. Вот это сама сцена. Вот. Вот такой высокий потолок. Нам очень понравилось. Цирк был очень интересный. Были крутые костюмы, оригинальные трюки. А. Отличный цирк. Отлично. Все отлично. Супер. Вот. Сейчас я в метро. Жду поезд, чтобы поехать в столицу. Мы доехали. Вот там вон должна быть столица, по идее. Вот тут вот. Так, мы уже в столице, и сейчас мы будем искать, где покушать. Don't like the back seat, gotta be first. I'm like the wind.
уже покушали и пошли в зону повышенного комфорта, которая находится на вокзале. Вот, я сейчас буду пить чай. Тут такой интересный интерьер, такие красивые стены, рояль есть, куча диванов и кресел. Мы там даже поспать успели. Там еще такая есть интересная особенность, типа искусственный водопад. У меня возле него очень красивые фотки получались. Также там есть барная стойка, мы там за ней чай пили. Там очень красивая такая люстра с такими стеклянными висюльками, вот она. Наш поезд прибывает на нашу станцию только где-то в 12 часов ночи, поэтому, когда в 11 часов ночи закрылся зал повышенного комфорта, мы пошли гулять по вокзалу. Я решила снять вот такое видео. Потом уже при обработке я заметила, что два человека просто переходят без светофора эту огромную дорогу. В данный момент вы можете наблюдать эту парочку нарушителей. Сейчас я спускаюсь на эскалаторе к своему поезду. Вот это поезд, на котором мы поедем домой, подъезжает, останавливается. Сейчас к нам подъедет наш вагон, и мы в него сядем и будем там ехать до утра. Вот такой вот у нас коридорчик. Мама говорит, что у нас старый вагон. Вот сама наша комнатка, в которой мы сегодня будем ночевать. Это моя мама. Вот, нам уже принесли чай. Мы сейчас его будем пить. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Катерина Рэй. Всем удачи. Всем пока. Пока. Все, пока.